Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы вам рассказать о нашем тесте, который мы развиваем в рамках Сколково. Как переключается? Значит, прежде всего мне хотелось бы в нескольких словах сказать об истории развития проекта. Началась история еще в Канаде, когда я проводила пилотные исследования по различным нозологиям рака, и рак молочной железы, рак предстательной железы и рак яичников, и увидела наличие маркера, который был характерен для всех этих видов. Затем в 2014 году я перевезла свой проект в Москву, и у нас была лаборатория в онкоцентре Блохина. А с 2018 года началась наша работа над проектом в Сколково. Прежде чем приступить к обсуждению проекта, мне хотелось бы напомнить всем и себе в первую очередь о статистике рака. Эти данные взяты из официальных докладов Всемирной организации здравоохранения. По сравнению с развитыми странами, процент выживаемости в России достаточно низкий. Возможно, это связано с отсутствием разработанных скрининговых программ основного населения, которые уже как минимум десятилетия введены в США, Франции и Канаде. Здесь очень важно учитывать, что выживаемость больных, она напрямую зависит от стадии патологии на момент диагностирования. И в связи с этим разработка новых методов диагностики для раннего выявления рака является очень важной и актуальной проблемой, не менее важной, чем разработка лекарств от рака. Значит, какое решение предлагает наш проект? Именно раннее выявление рака, выявление рецидивов и мониторинг его лечения. Проект заключается в разработке и производстве нового инновационного маркера эпителиальных карцином и англикопротеина CA62, который в большом количестве появляется на поверхности малигнизированных клеток эпителия. Маркер не обладает видовой специфичностью, а является карциномоспецифичным, если можно так сказать. Пилотные исследования теста на пациентах с раком молочной железы, раком предстательной железы и раком яичников показали высокую чувствительность и специфичность. Мы исследовали большое количество образцов. Значит, что такое маркер эпителиальных карцином? Это часть мембраны, переродившейся эпителиальной клетки, попадающей в межклеточное пространство, а затем и в кровоток. Биомаркер не является онкоспецифичным, как я сказала, и он характерен для всех исследованных нами эпителиальных опухолей. Самый высокий уровень биомаркера наблюдается на самых ранних стадиях рака, когда опухолевые клетки еще слабо дифференцированы. Здесь на слайде представлен вестерн-блотинг с гомогенатами различных опухолей человека, которые показывают присутствие одного и того же белка, гликопротеина, МЭК, вот в известных в различных опухолях, молочной железы, значит, KFR6-2 и так далее. Здесь на слайде представлены различные возможные области применения маркера эпителиальных карцином. Вот хотела рассказать, что наш проект Сколково является частью большого проекта, который включает в себя и digital imaging, и cancer imaging, in-vitro диагностику, вот, которой я занимаюсь, и также таргетинг терапии. По сути, два последних направления составляют тиранагностику, о которой говорила Вера Андреевна вот буквально полчаса назад. Это как бы и терапия, и диагностика рака в одном флаконе. То есть значит, маркер помогает выявлять опухоли, а таргетные препараты, разработанные на основе этого маркера, позволяют проводить целенаправленную терапию опухоли и не затрагивая соседние ткани. На слайде представлены digital imaging, значит, использование моноклональных антител к нашему антигену, срезов различных опухолей. Использование моноклональных антител, находящимся, значит, специфичных маркеров CA62, находящимся на поверхности опухолевых клеток, позволяет проводить качественную цифровую патологию, и цифровые слайды каждого гистологического среза можно будет в будущем анализировать при помощи автоматизированных систем, отделять только положительные слайды, которые будут анализироваться специалистами-морфологами. Значит, здесь представлены результаты на срезах опухоли молочной железы подробнее с использованием технологии МЭК или CA62. Вот вы видите темное окрашивание, это специфически меченые моноклональные антитела вызывают эту иммунореакцию. Здесь представлена инвитро-диагностика с использованием технологии маркера эпителиальных карцином МЭК. Значит, суть метода, значит,
Тест проводится в одну стадию, является конкурентным твердофазным иммунохемолюминесцентным анализом, в котором происходит конкуренция между меченым конъюгатом CA62 и нативным маркером сыворотки пациентов за связывание с моноклональными антителами, мобилизованными на лунках микропланшета. Результаты теста считываются на приборе хемолюминометре, который зарегистрирован в России и внесен в реестр медизделий. Здесь на слайде представлены результаты пилотных исследований теста по различным нозологиям на различных карциномах. Вот как вы видите, рак желудка, колоректальный рак, молочной железы, рак предстательной железы, рак яичников. Подробнее остановлюсь на результатах пилотного слепого исследования, которое мы провели совместно с Институтом клинической химии в Мюнхене. Значит, общее количество образцов мы исследовали 380. Это было слепое исследование, то есть мы не знали, что это за диагноз пациентов. Значит, мы получали просто результаты, и результаты эти отправлялись в Германию, где они анализировались. И также анализировались данные для других маркеров. Вот вы видите РЭ, СИЕ и СИЕ-15-3 для этих же пациентов. Как вы видите, на ранних стадиях у нас наблюдалась очень высокая чувствительность при 95% специфичности, то есть от 94 до 98, почти 97%. Значит, полученные результаты. Цель исследования у нас была выявление рака молочной железы у пациентов с ранними стадиями заболевания при использовании комбинации двух опухолевых маркеров CA15-3 и CA62. И полученные результаты: опухолевый маркер способен дифференцировать с высокой чувствительностью специфичности здоровых пациентов и пациентов с доброкачественными заболеваниями от пациентов с раком молочной железы. Разработанный иммунологический тест способен выявлять ранние стадии рака молочной железы с высоким уровнем чувствительности до 97% при 95% специфичности. В данном исследовании диагностическая чувствительность метода CA62 превышала показатели тестов CA и CA15-3, то есть 39% и 41%, соответственно, при 95% специфичности. Вот здесь представлены группы пациентов, которые мы исследовали, просто для тех, кому интересно, какие были пациенты. Первая группа была из Института клинической химии. Вот вы видите 182 закодированных образца. Группа 2 были образцы из РОНС имени Блохина. И группа 3 – образцы из Джон Хопкинс Хоспитал Мэриленд, US. Результаты проведенного исследования вы видите на слайде. Значит, распределение здоровых, доброкачественных и злокачественных образцов для всех трех групп пациентов. Они абсолютно сравнимы и представлены, вот четвертая колонка, это все злокачественные и все здоровые образцы. То есть их можно сравнить. Для объяснения, вот меня часто на различных международных конференциях спрашивают, а в чем отличие вашего маркера от других маркеров, вот в чем разница? И я решила, что вместо того, чтобы объяснять причины, лучше показать на графически информацию, чтобы было понятно. Вот здесь я представляю зависимость уровней опухолевых маркеров различных от стадии рака. Вот мы видим зависимость уровня маркера CA125 от стадии заболевания рак, на примере рака яичников. Здесь зависимость уровня маркера для CA или RE. Вот вы видите, что он начинает проявляться только на третьей стадии. Для ПСА, вот вы видите. И вот наш маркер. Это уже на испытании, которое мы проводили. То есть как раз-таки самые ранние стадии – это максимальный уровень его экспрессии. То есть первая, вторая стадия. И затем он начинает снижаться, когда опухоль становится высоко дифференцированной. Ой. Можно вернуть. И самое главное, что мы всегда при анализе этих данных должны помнить зависимость выживаемости больных от стадии рака. Здесь я представляю очень кратко Cancer Imaging с использованием технологии CA62. Это исследование мы провели совместно с профессором Григорьевой из онкоцентра Блохина при использовании таргетного препарата, который у нас тоже есть, чуть-чуть попозже расскажу об этом. И здесь как раз-таки показано, что мы можем видеть опухоль, потому что лекарственный препарат, или до этого мы делали моноклональные антитела, они аккумулируются в опухоли в течение 12 часов. То есть таким образом можно выявлять рак. Здесь кратко тоже показываю. Те результаты были опубликованы, я там привела ссылку.
Здесь показаны результаты таргетной доставки лекарственных препаратов с использованием технологии «Онкошаттл» нашей. Это совместное исследование мы проводили с уважаемой мной Трещальной Еленой Михайловной. Мы делали, изучали опухоли молочной железы на подкожных ксенографтах. И исследование показало, что с использованием таргетного препарата нашего разрабатываемого АМПИЛа наблюдается 80% ингибирование роста опухоли. Тоже есть уже публикация. Мне хотелось бы поговорить о биологии гликопротеина. Вот на рисунке показан процесс рецептора опосредованного эндоцитоза при помощи гликопротеина CA62 как механизм везикулярного транспорта АФП в клетку. Этот механизм, ну, как вы знаете, был доказан лауреатами Нобелевской премии по физиологии медицины в 2013 году. Везикулярный транспорт является одним из основных процессов взаимодействия органелл клетки, который обеспечивает поглощение веществ и перенос биологических комплексов внутрь клетки. Во время этого рецептора опосредованного эндоцитоза мембранный рецептор связывается с молекулами поглощаемого вещества, и после этого лиганд освобождается, и рецептор вновь возвращается на мембрану. На слайде вот представлен как раз-таки механизм таргетной доставки лекарственных препаратов к опухоли. Вот это сама технология OncoShuttle, которая была разработана нами и уже используется. Значит, здесь используется как раз-таки трансферный белок, которым является АФП, нативный АФП. И транспортная доставка осуществляется с помощью, опять же, рецептора опосредованного эндоцитоза, через рецепторы, которые наш белок, который находится на поверхности опухолевой клетки. Таким образом происходит интернализация, и значит, лекарственный препарат, который находится внутри, попадает внутрь клетки и вызывает апоптоз. Сам таргетный препарат, вот он представляет, это неэквивалентный комплекс АФП и атрактилозида. У нас уже опубликовано несколько статей по этим данным. Значит, сама идея, вот вернусь на секундочку, сама идея OncoShuttle открывает большие возможности и перспективы для создания большого количества новых таргетных противоопухолевых препаратов и позволяет использовать различные лиганды, переносимые АФП. Это могут быть и ингибиторы ангиогенеза, и различные цитостатики, и маленькие молекулы синтетических препаратов. И таким образом эквивалентный комплекс АФП с начиненным ядом для опухоли может действовать как запрограммированный вирус, троянский конь для опухолевой клетки. Значит, наши научно-исследовательские планы в Сколково ближайшие. Конечно, ранняя диагностика рака не случится завтра, к сожалению, и мы понимаем, что мы находимся еще в начале пути, и нам предстоят долголетние клинические исследования. Но я считаю, что начало этого пути уже положено, и я надеюсь, что в ближайшем будущем уже мы сможем сделать возможным раннюю диагностику злокачественных заболеваний и тем самым сохранить жизнь многим пациентам. Спасибо за внимание.